Я слушаю. Кто в доме, тот хозяин. Будто бы ты не знаешь. Знаю, но уточнить хочу детали. Что еще за детали? Смелыми больно стали. Но, мать! А ну, молчать! Нет, я молчать не буду. Ладно, помой посуду. Можешь при этом даже и поговорить. Только под нос не громко, ну а потом уборка. Но, мать! Не возражай. Главный всегда ж мужчина. Старый ты дурачина. Правило есть такое, смезозоя. Нам приносить обычу, вам же хранить обычно очаг, чтоб не зачаг. Это, мой милый, сказки даже ежу, ведь ясно, ты хоть не ешь, но поумнеешь и поймешь. Женщины рулят нынче, ну а что до добычи, это, увы, не вы. Я не курящий, пьющий, деньги в семью несущий. Категорически я умоляю признать, что я тут главный. Ну, признаю, ну ладно. Ну, мать. Пошел стирать. Если ты главным признан, цели достиг ты в жизни, можно теперь мыть и гладить, и стирать. Вот, молодец, и славно всем показал, кто главный. Как, мать, не показать. Ах, мужики, как дети, дети растут, а эти уже остановились. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ой, что позабил. Чего мы стоим? И раз, дэнс, оба, дэнс. Все семьи счастливы по-своему, ну а наша? А наша, по-моему.